При Каме стартовал личный кубок края по настольному теннису. Первый этап соревнований прошел в Доме спорта «Красава» в Кондратово. Число участников турнира перевалило за 200. За призовые места по традиции развернулась упорная борьба. Прошлогодние победители всегда в нашем виде спорта претендуют на победу, но, как показывает последняя статистика, каждый год у нас обладатель кубка другой, потому что это целый год проводится соревнования 4 этапа, и показать стабильную игру в 4 раза, набрать определенное количество очков достаточно непросто. В прошлом кубке среди женщин победу отпраздновала Анастасия Карипанова. В этом сезоне спортсменка намерена повторить успех, хотя соперниц хватает. На пальму первенства всегда претендует не меньше 6 человек. Была большая борьба, но мне показалось легко, потому что я на 2 этапах заняла первое место, а на 4-м тоже была борьба очень сильная. И в итоге по 4 этапам я заняла первое место. В первом этапе нового кубка Анастасия вновь стала лучшей. Второе место заняла Наталья Чернышова, третье оказалась Екатерина Игошева. У мужчин пока также лидирует победитель прошлого кубка Евгений Пермяков. Он опередил на этот раз Андрея Петухова и Александра Воронова. Впрочем, впереди еще 3 этапа, и конкурентов хватает. Наверное, 6, как и в том году. Петухов, Субботин, Воронов, Кузнецов, Кириллов, Пщальников. Второй этап краевого кубка пройдет в апреле.